Я хочу начать с такой стихотворной увертюры, вступления, прочитать стихи, которые я написал вскоре после смерти отца. Отец мой умер как раз 50 лет назад, в 63-м году, в августе. К этим стихам три эпиграфа. Два, которые вы, вероятно, знаете, это из Пушкина оба. «В начале жизни школу помню я». Это любимые стихи моего отца. Он вообще всегда читал себе вслух стихи, жил в таком окружении стихов, которые он помнил наизусть, и все время читал. И вот среди них было это любимое стихотворение Пушкина «Терцина». А другая строчка из «Пророка» и «Гад морских подводный ход». Последний, третий эпиграф взят Всеволодом Ивановым к третьей части его автобиографического романа «Похождения факира». К сожалению, третья часть оказалась последней, его подвергли уничтожающей критике как формалиста, поэтому роман остался недописанным. Четвертая, пятая части только в набросках есть, как многое, что потом Иванов не смог дописать из-за цензуры. А вот к третьей части «Похождения факира» Иванов взял такой эпиграф о самом себе, конечно, из Гейна, которого петроградская публика, его окружавшая, обычно называла Хайне. «Мы искали физическую Индию и нашли Америку. Теперь мы ищем духовную Индию. Что же мы найдем? Я не был к гибели твоей готов. Упряма смерть. Ты был еще упрямее и переспоришь темноту годов. Мне о тебе напоминают камни, нагроможденные у берегов. Твоя неукротимость так близка мне. Все рукописи моего отца лежат в шкафах, разложены по полкам. Но нет тибетским мандалам конца. А книги сам он расставлял и с толком, подчеркивание, как черты лица. Я больше не могу ходить проселком, где мы прогуливались с ним вдвоем. Стоят почетным караулом Будды, и загородный обезлюдил дом. А раньше хаос в нем царил повсюду, дух непокорности сквозил во всем. Там бил родник, ты будто бил посуду, как ты выламывал куски из гор на неприступную, взойдя вершину, где змей морских твой обнаружил взор, когда с вулкана ты взглянул в пучину, ведясь непостижимым разговор, что перекладываю я в терцины. Ты видел гадины морской клубок, из моря вверх поднявшуюся шею, залив в том месте странен и глубок, как в страшной сказке. Жизнь куда страшнее. За что ты, русский, так любил глубок? Там все возможно. Чудеса и змеи. Твой умер брат, укушенный змеей. Судьба выковывала змееборца. И палку ты от змей носил с собой. Ты из себя не корчил чудотворца. Внизу под пропастью ревел прибой. Ты на вулкане был бесстрашнее горца. Высок вулкан, ты одинок и строг. И гад морских ты видел ход надводный. Овеществлялся пушкинский пророк. С такой достоверностью природной размер я взял твоих любимых строк, и стих переиначу мне пригодный. В начале жизни школу помню я,
Я только наблюдал и слушал долго, терпеть не мог ты труса, халуя, а я знакомился с азами долго. Непримиримости смела струя, как море разливанное, как Волга. В тебе мерещилась всегда Сибирь, величественнее ничего нет в мире. Ты даже умирал, как богатырь, в тайге ты поселялся, как в квартире. Тебя морей и гор манила ширь, душа любых широт казалась шире. Ты Индию духовную искал, как сказано в эпиграфе из Хайне. Тебя я знаю на уступах скал, у рек российских, с глубью их бескрайней. За тайном тайных взял ты перевал, хоть многое, что знал, осталось в тайне. Я объявляю открытым вечер, посвященный памяти Всеволода Иванова. Я хотел бы сказать, что рядом со мной, рядом с нашим близким другом Вениамином Смеховым, который скажет свое слово и погрузит нас в атмосферу Серапионов, не только Всеволода Иванова, но и Тихонова, с которыми, с Серапионами Всеволод Иванов совместно начал работать в 21-м году, приехав в Петроград. Рядом две реальные устроительницы вечера. Вечер, как и издание, вот мы здесь видите издание Всеволода Иванова. Вечер был бы невозможен, если бы не моя племянница, дочь по Всеволода Иванова, Лена, и наша подруга Мария Черняк, доктор филологических наук, профессор. Она много сил, как и Лена, посвятила изданию вот только что вышедших книг. Одна самая толстая – это неизвестный Всеволод Иванов. Это собрание части того, что в его архиве, что он, к сожалению, не мог напечатать при жизни. Другая книга – это дневники, которые приготовила Лена еще с моим покойным братом Михаилом Всеволодовичем. В начале столетия, тысячелетия вышла это первая из этих книг. А там стоит та книга, которой мы особенно гордимся сейчас, ее издание. Это «Тайна о тайнах», рассказы, которые не переиздавались в течение огромного срока, больше полувека. Поэтому выход этой книги для нас много значит. Всеволод Иванов сам считал, что это лучшая его книга рассказов, лучшие его романы. Моя мама смогла напечатать только после его смерти. А «Тайна о тайнах» вышла по его жизни, но потом не переиздавалась. И рядом стоит совсем маленькая книжечка, недавно снова изданная в Ленинграде. Это вышедшая, написанная в 1924 году, фантастическая сатирическая книга о Третьей мировой войне, в которой главным образом участвуют Индия и Китай, так страшным предсказанием нашего, надеюсь, невероятного будущего. Ну вот мы посвящаем вечер издания этих книг и еще раз вместе с вами приветствую издательниц. Мне хотелось бы сказать всего несколько слов. Мой отец, я думаю, действительно замечательный русский писатель. Я думаю, что я это говорю объективно, не только потому, что я его хорошо знал и знал, какие в нем были невиданные, неслыханные возможности вообще как в человеке, как
в ученом, как в одном из действительно уникальных и образованнейших людей того времени. Но обо всем этом понемногу каждый будет здесь говорить. Я хочу, Наталья Васильевна, хочу предоставить слово Наталье Васильевне Корниенко, которую мы хорошо знаем как выдающегося исследователя русской литературы XX века, как издательницу, исследовательницу, прежде всего, Платонова, с которым мой отец был близок. И Наталья Васильевна тоже очень много сделала. Собственно, благодаря ней появилась эта книга «Тайна о тайнах». И вообще она много делает для издания этой неизвестной нам литературы, которая сейчас только воскрешает. Спасибо большое. Доклад. Когда вышла книга «Тайна о тайнах», мы с Еленой Алексеевной в день рождения Всеволода Вячеславовича Иванова решили пойти на могилу писателя, взяли водочки, черный хлеб, счастье, принесли книгу, ну и сказали, что мы можем сказать свое оправдание. Мы сказали, что мы очень старались. И я думаю, что выход этой книги, как и выход других книг в серии литературных памятников, особенно писателей советской эпохи, это наш какой-то невосполнимый долг, потому что и в советское время, и за последние 20 лет мы с какой-то невероятной лихостью сбросили с корабля современности и современной литературы замечательные классические вещи. Такой классикой уже современники признавали, были и партизанские повести Всеволода Иванова, и «Тайна о тайнах», да и все, что он написал. И мне, конечно, чтобы не, кажется, что сегодня чем больше звучать будет он, тем больше не надо убеждать, что все написано им в слове, в формулировках, в диалогах, в сказах, в легендах, в притчах. Это та сокровищница русской литературы, которая нам очень нужна. Я всегда задаю себе вопрос. Вот, наверное, в этой аудитории мы все такие разные, но мы объединены чем? Что мы с вами все родились в 20 веке. Мы дети 20 века. А у нас, как у детей, всегда должна быть ответственность перед веком, в котором мы родились. И, наверное, весь 21 век будет уяснением того, что такое в русской истории был век 20 и тот же советский период нашей истории. И всегда, когда я сегодня, наверное, как филолог, как писатель, который работает, как литературовед, и всегда, и просто как человек, я как-то с удивлением смотрю, что в сегодняшних битвах, именно битвах об истории, практически отсутствует русская литература советского периода. Я не знаю, какой учебник, единый или много, будет их создано истории советского периода, но мы вообще счастливые люди. История советского периода написана. Она написана, как всегда, как часто бывало в истории русской культуры. Она написана нашими писателями. Надо сказать, уже в десятилетию советской власти критика удивлялась, подводя итоги литературы. Кто-то говорил, боже мой, надо же, удивительно, вся Россия описана. Описан Дальний Восток, описана Сибирь, Киев, Дон, Петроград, Москва. И действительно, то, что когда-то Андрей Белый в 26-м году, когда начали бороться с бытовизмом, с вниманием литературы к быту, он сказал, что нет, это крепкая традиция, русская литература обставлена бытом. И напомнил, что у Гоголя все конкретно. Мы знаем фраг Чичикова, мы знаем, что в окно, за окном находится, в которое смотрят герои.
И вот русская литература, представителем генерации, которой является Всеволод Иванов, она эту традицию не утратила, поэтому у нас есть история 20 века. Потому что без партизанских повестей, которые по недомыслию записали в классе, в литературу соцреализма, он вообще понятия в 22-м году не знал. Это мы для облегчения своих мыслей об истории. А без них не написать. А без тайного тайных не написать не только историю гражданской войны, но и историю НЭПа. Мы имеем удивительную плотную прозу. И в тех разговорах о русской истории я всегда говорю, когда-нибудь будут введены в школьную программу, будут введены и будут звучать по телевизору яицкие притчи, два крохотных рассказа. Придите, прочитайте по интернету или в нашей вот этой книге по три страницы. Фактически это ухвачено, можно сказать, тот драматизм, который пронизан русской историей. И выход нам дан. Творческий путь Всеволода Иванова еще ждет своего исследователя, как ждет исследований русская литература, еще раз повторюсь, 20 века. Я как бы только все-таки процитирую несколько вещей для меня очень важных. Вот чтобы сказать, почему мы потрясаемся и той правде, и тому слову, качеству выражения, которое всегда имеет большая только русская литература, когда мы вздыхаем, говорим, какая правда, какая мощь заключена в двух предложениях из автобиографии 22 года. Идет с 1917 года «Одна моя дорога смертная, и тому, что жив, радуюсь». И это 22-й год. Мы долго считали, вот какой-то начинающий писатель, он пришел зрелым писателем, он пришел сформированным человеком, личностью, со своим видением истории и со своим желанием рассказать. Без этой потребности рассказать, как Набоков говорил, а как рассказать, как рассказать? Как рассказать им было, что рассказать? И один из последних, одно из последних, я бы сказала, таких раздумий Всеволода Иванова, который доносит до нас один из последних незаконченных рассказов «Генералиссимус». Я перечитываю эти строки и понимаю опять, что мне говорят правду, и мне фактически овеществляют нашу историю. Оно вычисляет ее не в логических каких-то построениях, не в публицистических, а в образе. То, чем всегда была сильна русская литература. Это один из последних незаконченных рассказов. Это уже, следовательно, 59-63 год. После этих двух войн, двух величайших преступлений, в которых повинны все мы, нельзя людей радовать чудом. Они подумают, прощены. Между тем же, что они сделали, в том числе и я, и вы, они должны перенести великие страдания, понять свою беду, и тогда, может быть, могут быть прощены. Я сейчас повторяю, вздрагиваешь от точности, от глубины, от правды. И эту правду, и вообще проза 20-х годов принесла нам, чтобы мы как-то немножко знали что-то о своей истории. И сегодня, когда мы говорим то ли о красной правде, то ли о белой правде, надо сказать, Всеволод Иванов может быть как никто, как человек, который имел и красное прошлое, и белое прошлое. В 22-м году, подумать только, написал рассказ, который вызвал бурю в литературной среде. О нем писали в «Правде» и в «Известии» «Восходное озеро». О чем? О том же, о том, как в гражданскую войну воевали мужики и у красных, и у белых. Только бабы. Над теми и другими бабы плакали одинаково.
Эта фраза взбеленила Крить. Вот она. Вот это та судьба Марфы казачки. Это те яицкие притчи, которые рассказывает старая крестьянка. Вот это соединение жестокой правды и лиричности, глубины и простоты, это то, почему узнается всегда большая литература, поэтому мы точно узнаем и понимаем, у нас просто великая проза, еще раз повторяю, и партизан, и бронепоезда, и тайная тайных любимой книги Всеволода Ивановича. Позволю еще одну цитату. Он был мастер. Конечно, его все считали королем образно. Еще бы! Все были удивлены, он принес с собой Сибирь. И российское могущество будет прирастать в Сибири. Оно прирастало и русской литературой в Сибири 20 века. И, конечно, партизанские повести. Какой мощный взрыв! В течение года публикуются совершенные вещи. Никакого отношения не имеющие к тому, о чем мы так долго говорили, разбираясь и запутываясь себя и других в методе соцреализма. Сказал Калистрат Ефимович, диалог, он был мастер диалогов. Вот то, чего, когда я в современной литературе иногда читаю, я не понимаю, почему это диалог. Сказал Калистрат Ефимович, диалог Калистрата и большевика Никитина. Сказал Калистрат Ефимович, любовь надо к люду, без любви не проживут. Не надо любви, отрывисто, точно кидая камни, отозвался Никитин. Вот к тебе спрашивают, приходят, жалуются, ты что им отвечаешь? Знаю, что ответить. Всем без любви без. Крепкий ты парень, чудно таких-то видеть, не видал таких-то, не водились, есть. И вот эта формула, которую сколько раз мы повторяем, народ безмолвствует. И когда в партизанских повестях я читаю, мужики молчали так, словно вели большой и важный разговор. Я понимаю, вот как бы то, что стоит за народом безмолвствует, то, что стоит за всегда большой литературой. Книгу «Тайна тайных» какой только не называли. Надо сказать, за нее Всеволод Иванов принял такие страдания, такую Голгофу, и висельные книги, и неврастенические крестьяне, и апофеоз Есенинщины, и мужицкий национализм. Но по-моему уже соревновалась критика, чтобы пригвоздить его к позорному столбу буржуазной, а потом и кулацкой литературы. И я иногда, когда как-то услышала, что «Тайна тайных», ну что эта книга опять о мужиках? Спор о мужиках – это серьезный вопрос русской литературы, который она взяла от Серебряного века и XIX века. Я всегда думаю, ну какие же мы с вами эстеты? А вот Георгий Адамович – эстет, поэт, один из ведущих критиков эмиграции, прочитав в 27-м году книгу «Тайная тайных», написал. Это очень мужицкая книга, черноземная, как говорят в России, с восточным азиатским привкусом. Но от чернозема Азии и Азии она поднимается к такому прояснению и такой суровой простоте, что ее поймет как свое читатель самый городской, цивилизованный и западный, даже самый рафинированный и брезгливый эстет поймет, лишь бы только он был человеком. Как все, просто спасибо. Слово имеет Вениамин Смехов. Мне радостно чувствовать, что я по справедливости должен молчать рядом с обожаемым, прекрасным, чудесным и необъяснимым Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Вот так. Поэтому я могу заняться именно актерским делом. Есть такие два дурацких глагола, которыми сейчас пользуются напропалую: позиционировать и озвучивать. Сейчас не говорят, он сказал, говорят, он озвучил.
Знаете, я хотел бы, чтобы вы участвовали в нашей передаче. Я хочу озвучить вам время, когда вы должны приехать. То есть до полного идиотизма. Но я актер, поэтому я и буду озвучивать тексты по праву. Мне разрешено отвлечь ваше внимание минут на... Неважно. Значит, из «Тайны тайных» «Жизнь Смокотинина». Я при необходимости сделал некоторую композицию. Я этим, вообще говоря, занимался со времен ранней Таганки. Поэтому, когда вы будете читать, вы достигнете еще большего удовольствия, чем когда вы слушаете и когда я буду вам это озвучивать. Чего? Я буду читать, а не озвучивать, как любимая Танечка мне предложила. Когда впервые после долгих войн пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногену вместо сгоревшей новую избу, насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию ступились, голов много порубили ими, то осины им теперь, разучившись не отличить от сосны, то просто необъяснимый солдатский мат. Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лисину и ударил. Топор зазвенел, охнуло дерево. Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова. Мужа у нее убили на войне, она осталась с одним ребенком. С собой она была высокая, здоровая, молчаливая. Голову держала несколько наискось и, казалось, мели землю длинные каштановые ее ресницы. Она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной, щепу. Поклонилась им низко. Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину. Кто ей щепу дал? Сама взяла, с неудовольствием ответил плотник. Хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы, кому захотят. Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав в синей кофте, раздраженно крикнул: «Кто тебе позволил щепы таскать?» Катерина плавно качнула плечами, кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело. Потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка, и от этого ее движения словно что-то заребило внутри Тимофея. Он протянул руку, с бабами он был боек, и вместо щепы через незастегивавшуюся прореху схватил ее за грудь. Катерина, не так, как иные бабы, не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она даже будто и не спешила его оттолкнуть. Катерина только сказала: «Полно!» и выпустила щепу. Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю, и прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло также его сердце, также торчком, также качнулось. «Иди ты, задавалка!» – прокричал он, и, похлопывая себя отнятый щепы по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и, казалось, похлопывает он себя поленом. Захотелось домой выпить чаю, пойти на реку, что ли, выкупаться. Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог выкупаться, а ночи были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по анучи. Вечером знахарная бабка вспрыснула его с уголька. Дали выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась. «Я тебе лучше Лизавету приведу.
Таня не так сухопара и соглашается. Катерина никак не ляжет. Перед мужем, говорит, в обете и ни замуж, ни под мужика не пойду. Разве гостиница обещать настоящий, вроде ботинок, что ли? Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом «Полно». И бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками. Жара началась в небе, жара была в душе. В деревне еще спали, но когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела добавить лучины. И опять Тимофей увидал ее руки, легкие, белые, пушистые, чем-то напоминавшие лен. Даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась, и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана. Тимофею стало стыдно, мерзко. Вот именно так. И того, что он даже думал на ней жениться, и не было сил сказать о женитьбе и отцу, и ей. И того, что он ждал опять этого слова «полно». И того, что он здоровый, казалось, смелый человек, стоит, как попрошайка под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом. Тимофей, надо освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул. И, сплюнув, почувствовал тяжесть ружья. Он не убил ее. Заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея. На суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду. О колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепа за сердцем», — сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. И вот Тимофей последний раз лежал дома под образами в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея пекла поминальный обед. Все было спокойно, без рева, без хлопот. Многие приходили проститься с покойником. Пришла Екатерина, перекрестилась, оправила медики, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медики делали его лицо испуганным и робким. «Полно!» — сказала шепотом Катерина, еще раз перекрестилась. И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп. Вот маленький образчик, наверное, необыкновенного живописного дара Всеволода Иванова. Это следующее в этой замечательной книге из рассказа «Полынья». Коротенький, чудесный. Что? Все нормально? Кто упал? Известный Всеволод Иванов. «Полынья». И вдруг влево от столбиков, в двух саженях не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью. Не меньше, как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в ней всю свою злобу, накопленную в долгие годы. А по ту сторону полыньи увидал Богдан большого сизоголового селезня. Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью? То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам, то ли на самом деле должна через несколько дней хлынуть весна. И селезень, словно смеясь,
над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал, вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил глызу и метнул ею в селезня. Птица нырнула, 7 темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал, не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал сбирать глызки, и ему было стыдно. Большой парень, ухабака, а словно мальчишка гоняется за селезнем. Вот что, мне позволено еще объясниться в изумлении и в любви к слогу Всеволода Вячеславовича Иванова еще тем боковым образом, что я с подачи по знакомству Комы Иванова прочитал Николая Тихонова, как это сказать, Сосеропиона, брата Дефис Сосеропиона. Николай Тихонов, который, в отличие от Всеволода Иванова, это уж я от себя, не был чист перед русской литературой и историей культуры. И, как и многие, сейчас этот глагол как раз хороший, прогнулся. Ну вот, как бывало. Ну, как Тихон Хренников, например. Они похожи, Николай Тихонов. Так. Ну, и тем не менее, знаете, Кома, мы однажды с Лилией Юрьевной шли по Павленко. И навстречу шел Николай Тихонов, уже готовый навсегда к своему мавзолею, то есть к вечности лидера соцреализма. И вдруг увидел Лилию. И он согнулся, быстро кивнул и быстро промчался. Не поздороваться не мог. Что, как она комментировала, я говорить не буду. Замечательный поэт Николай Тихонов. Замечательный Серпион. Am I right? Я прочту несколько. Вот сначала прочту из любимых стихов, как я знаю, Всеволода Вячеславовича, «Давид». Стихотворение Николая Тихонова, посвященное работе великого художника Давида над, помните, Шарлотта Корде и бедный Марат. Называется «Марат». К сему прилагается некоторое словесное изыскание Льва Троцкого. В 23-м году в книге «Литература и революция». «Серапионовы братья – это молодежь, у некоторых есть как бы внутренняя потребность отодвинуться от революции и обеспечить от ее общественных притязаний свободу своего творчества. Как сказал бы Булгаков, догадался, проклятый всегда был смышлен. Они как бы впервые почувствовали, что искусство имеет свои права. Художник Давид у Николая Тихонова увековечивает наряду с Маратом также и в кавычках, «руку убийцы-патриота». Зачем, кавычки, но так хорош блеск кости до локтя, темно-вишневой густотой обрызган. После восторгов Троцкого к стихам. Давид. Марата нет. Париж перетолпился у окна. Художник, ты позолотишь нам горе. Он с нами жил, оставь его для нас. И смерть Давид надменно переспорил. Зелено-синий мягкий карандаш уже с лица зеленого не стравишь, но кисть живет, но кисть поет. Отдашь, того возьмешь, но этого оставишь. Но смолкнул крик и шепот площадей, триумф молчанья нестерпимо жуток. Какую плату хочешь, чародей? Я спать хочу, без сна я трое суток. Он говорит, усталость раздавив, но комиссары шепчутся с заботой. Добро тебе,
Но гражданин Давид, зачем рука убийцы патриота? Шарлотта, неразумное дитя, и след ее с картины мною изгнан. Но так хорош блеск кости до локтя, темно-вишневой густотой обрызган. Еще Николай Тихонов из любимых стихов виновника сегодняшнего торжества и собрания. «Нет России, Европы и нет меня, меня тоже нет во мне, и зверей убьют, и людей казнят, и деревья сожгут в огне. Не верить, поверить нашим дням, простить, оправдать, не простить. Счастье нам, что дороги всегда по камням, по цветам было б жутко идти». Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой, встречать зарю и в лавках покупать заметный мусор золота лимонов. Случайно к нам заходят корабли, и рельсы груз проносят по привычке. Пересчитай людей моей земли, и сколько мертвых встанет в перекличке. Но всем торжественно пренебрежем, нож сломанный в работе не годится, но этим черным сломанным ножом разрезаны бессмертные страницы. Николай Тихонов. И последнее стихотворение из этого круга. Праздничный, веселый, бесноватый, с марсианской жаждою творить, вижу я, что небо не богато, но про землю стоит говорить. Даже породниться с нею стоит, снова глину замешать огнем, каждое желание простое осветить неповторимым днем. Так живу, а если жить устану, и запросится душа в траву, и глаза, не видя, в небо взглянут, адвокатов рыжих позову. Пусть найдут в законах трибуналов те параграфы и те года, что в земной дороге растоптала дней моих разгульная орда. Из того, что очень понравилось на прощании, ну хорошо, рабочий наборщик в типографии, цирковой клоун, конкретно Факир бен Альбей. Ну, Всеволод Иванов, я имею в виду. Эсер, меньшевик, большевик, Серапион, космист, ужасно нравится, космист, а потом Серапион. Сергей Александрович Есенин, Иванов, искреннейший парень, пишет сердцем. Красота. И еще две цитаты, с вашего позволения. Воронский, товарищу Ленину, 22-й год. Товарищ Ленин, ну как просто, повторю, товарищ Ленин, имейте в виду, что Всеволод Иванов — это первая бомба, разорвавшаяся уже среди Зайцевых и Замятиных. И похвала и донос. Красота. И, наконец, извините, что я затянул собрание. Всеволод Иванов Алексею Максимовичу Горькому, 10 января 28 года, в Соренто. Больше всего сейчас в России подхалимов. Я не очень на это сержусь, ибо при той милитаризации страны, которая сейчас происходит, сей род людей очень необходим. Герои появятся позже. Желаю вам здоровья. Всем вам. Я думаю, это было замечательно. И
Мне хочется сказать по поводу, много можно по поводу того, что было прочитано, но я хотел бы сказать по поводу первого... Сейчас кому-кому не слышно. По поводу первого стихотворения о Давиде и Марате, что Иванов в Петрограде, приехав вот в 21-м году, очень остро ощущал параллель с французской революцией. Много потом мне об этом говорил. Вообще его очень занимали сходство французской и русской революции. И самого себя, я думаю, он прежде всего воспринимал как свидетеля. Вот он хотел донести до будущего, так же, как и до читателей своих, ощущение истории. И в этом его значении сейчас, я думаю, что мы... вот сейчас много говорят о том, как относиться к нашей истории. Я думаю, мы должны снова взглянуть на нее через то, как ее почувствовали писатели, поэты. Когда мы сейчас говорили перед началом с Вениамином Смеховым, он мне напомнил слова в одном из писем Горького о том, что он больше всего ценит Бабеля и Иванова. Представьте, в одном из сейчас напечатанных писем Пастернака говорится, что конец 20-х годов, в конце 20-х годов Пастернак пишет Познеру, одному из молодых серпионов, больше всего огня и гения у Иванова и Бабеля. Так что это было впечатление, впечатление тех лет. Я предоставляю слово писателю Евгению Попову. Я не ожидал, что я буду сразу же после Вениамина выступать, потому что я слушал с большим его вниманием и все размышлял, что же все это означает. И в каком-то смысле мне помог понять это Вячеслав Всеволодович, когда он сказал о том, что Всеволод Иванов свидетель, что свидетельство. Так вот, я подумал, что вот он свидетель, а Тихонов участник. Понимаете, когда в суд ведут люди, это свидетель и участник, они разные имеют самую степень ответственности перед законом, что ли. Так, потому что я понимаю, что Всеволод Иванов любил стихи Тихонова. Молодые люди вместе были, Серапионы здесь же, все рядом. Но как это все отличается? Как человечен Всеволод Иванов и как все-таки... жестоко все это грохочет уже у Тихонова. Мы разучились нищим подавать. Так, слово «мы», которое потом Замятин обыграл замечательнейшим образом, здесь, извини, тоже за противнейший глагол превалирует, как превалирует слово «мы» во всей советской литературе. Ничего. Сейчас я озвучу дальше, ты увидишь. Так вот, понимаете, я когда ехал сюда, кто-то меня спросил из моих знакомых, ну как их назвать, либерали, что ли, ты куда едешь? Я говорю, еду на вечер, посвященный памяти Всеволода Иванова. А что тебе там делать? Я говорю, как что-то. Я люблю его прозу, значит, я, кстати, мне сейчас со Светланой говорили, я не Ивановед, а я и Иванолюб, я не академический человек, я практик. Так вот, значит, он, мой приятель говорит, так, ну и что ты будешь там говорить? Я буду говорить о том, как из него хотели сделать советского писателя. Так мой приятель говорит, так из него же и сделали. Я говорю, нет, не сделали. Тайна тайных вот это и есть, то, что с ним произошло все-таки. И я бы сказал, я тут вспомнил, всегда находчив, потом уже, когда говоришь, я бы моему приятелю мог напомнить советские времена, когда, например, вызывали человека в КГБ на Лубянку и спрашивали, чтобы его прижать. Ну ведь вы же советский человек, а умный человек, что не, я не советский человек. Как так, значит,
что, враг, что ли? Нет, говорит, я не враг. Я советский гражданин, поскольку я живу в СССР. Родился здесь и живу. Вот я гражданин, но не человек советский такой. Я бы это применил бы и к Всеволоду Иванову, потому что он советский непременно писатель, поскольку он жил в советской стране. Жил и умер в советской стране, как и все остальные, как я полагаю, может, это моя мысль неправильная тоже, о том, что все, кто жили при советской власти, есть советские писатели, начиная, ну можете сами фамилии, любые ставить, включая Солженицына, потому что он начинал как советский человек, то есть как советский гражданин и как советский писатель. Так вот, понимаете, в чем дело? И в этом тоже есть огромнейший урок для нас, которые опять живут уже в странные времена, которые все страннее и страннее становятся. Вот как жить-то, понимаете, если с одной стороны ты видишь неправду, а с другой стороны участвовать ты не можешь, поскольку ты все-таки свидетель, ты писатель. И я подумал о том, что любой, то есть какой-то есть всегда предел компромисса с властью. Понимаете, потому что я прекрасно понимаю, из какой среды вышли и Бабель, и Иванов, и они на самом деле лучшие писатели, я думаю, того времени, но не будем это обсуждать, там были другие персоны. Вот. Но я подумал о том, что ведь они искренне пытались что-то сделать в условиях этой власти, но с советской власти я как капризной девке истеричной не подходил никто абсолютно. Ни попутчик не подходил, ни враг, ну враг понятно, но даже искренне ее сторонники тоже ею отвергались. В результате она и накрылась, потому что она ориентировалась, ну, знаете, не на писателей настоящих, какие они бы не были, разных талантов, но настоящих писателей, а на тот мусор, от которым одно время наполнены были вот эти вот стены тоже, значит. Вот. И я думаю, подумал дальше о том, что как что с нами сделали все-таки, понимаете, вот я был когда-то молодой человек, значит, я был молодой писатель, ведь меня лишили Всеволода Иванова, потому что я, как и мой либеральный знакомый, ну, Всеволода Иванова, ну, знаем, МХАТ, иди, бронепоезд 1469. Вот. Потом уже я читать, когда стал все-таки, я прочитал «Партизаны», я прочитал «Цветные ветры», я прочитал «Факира». По-моему, даже тогда уже ходил в самиздате «Тайная тайных». Так вот, уже были какие-то оттуда. Я понял, какой это крупный писатель. И чего лишены были мы, потому что если бы он развивался по-другому, если бы он не шарахнули бы крышкой самой чугунной по башке после «Тайная тайных», от которой он долго не мог, это 27-й год, уже, если я не ошибаюсь, «У» и «Кремль» — это уже 30-е годы, середина даже. Да. 30-е годы, если бы, ведь он мог развиваться в огромнейшую персону, он мог быть, ну, допустим, равнозначен для нашего менталитета таким же, как Джойс, например, в том мире, значит, то есть он, и ничего бы эта власть бы от этого не пошатнулась бы и не померла бы она, потому что, вон какие были златоусты, Троцкий, да и Полонский, кстати, тоже, это же такую мерзость сказать, что Всеволод Иванов бомбу бросил, значит, Зайцеву и кому там еще, террориста нашел тоже. Он их коллега был, вот, этих замечательных писателей. Вот. И речь моя спутанная позиционированная, так никоим образом. Вот. Потому что я все время думаю, а что вот в нынешних условиях, какие уроки Платонова? Платон, что ли? Вот видите, оговорка фрейдистская почти. И хорошая, потому что вот писатели были и есть тогда, и Платонов, и Булгаков, и масса людей, но не надо бросаться из крайности в крайность, потому что сначала был социализм, а потом, значит, вот были, допустим, начало 90-х годов, это уже одни абериуты, и кто против абериутов, тот против культуры. Это неправильно тоже абсолютно было. Так вот, я вот думаю, что сейчас, глядя на персону великого, я подчеркиваю, писателя Всеволода Иванова, каждый все-таки тот, кто начинает сейчас работать в литературе, молодой человек, он должен выбор свой делать, исходя из этого опыта, что он хочет, то есть и что он может, потому что слаб человек любой абсолютно. Или
вот идти на компромиссы и давить себя, но все-таки дожить до того, что проходит 50 лет после смерти, и вот это вот собрание у нас есть. Или все-таки ну, что-то делать более резкое, более революционное, не революционное, эволюционное, скорее всего. Вот. И самое главное, что сейчас должно быть прекрасно, что выходят вот эти вот книги, так эти книги должны читать на самом деле, так, и не открывать, особенно молодые люди, и философских, и прозаических велосипедов строить, потому что все это уже было, уже достигнуто огромное мастерство в этом направлении, в любом. И вот в чем смысл сегодняшнего нашего и собрания вот этого, которое мне чрезвычайно приятно, потому что я вижу массу людей в зале. Значит, это все важно, нужно и интересно. И вообще смысл вот этой деятельности, допустим, Всеволода Иванова. И еще он уроки дает следующий, что профессионализм и мастерство необходимы любому человеку, а писателю уж в первую очередь. Потому что какой бы ты ни был передовой и нравственный, если ты писать не умеешь, ты будешь графоман, то есть халтурщик, понимаете, один вред будет. Вот. И эти вот, с этими уроками мы должны жить и усвоить их правильно все-таки. Спасибо. Родился я в поселке Лебяжьем на краю Киргизской степи, у Иртыша. Год рождения моего 1895 или 1896, точно не помню. Мне рано захотелось быть самостоятельным и взрослым. В великом унынии томился я за партой. Буйный, безмерно отважный мир мерещился мне, тревожил меня. Учился в сельской школе, оттуда бежал с цирком. Работал на турниках, был барьерным клоуном. Кормили меня очень плохо, и цирк мне надоел. Дядя сунул меня в приказчики, а дальше в типографию. Здесь мне понравилось больше, и с летними перерывами я был наборщиком с 12 по 18 год. Первый рассказ написал осенью 16 года, и он был напечатан в газете. Я решил, что если меня напечатали в газете, то напечатают и в большом журнале. Следующий рассказ я послал в летопись Горькому. Послал и стал ждать славы. Самый счастливый день в моей жизни был через 2 недели, когда в подвал типографии вошел почтальон и подал мне письмо. Вся типография собралась читать письмо Горького. Все после этого письма решили, что я великий человек. Тогда в 2 недели подряд я написал 20 рассказов, и некоторые послал Горькому. А он мне написал, что это плохо, и надо учиться и читать. Я приехал в Петроград из Омска в самом начале 21-го года. Максим Горький познакомил меня с молодыми писателями группы «Серапионовы братья» из Дома искусств. Я стал Серапионом и принял шуточную кличку «Брат Алеут». Однажды весной 1921 года я приехал на пригородную станцию, чтобы прочитать лекцию о Льве Толстом команде бронепоезда. Эта громада, окрашенная в защитный цвет, поразила меня. Вспомнился номер сибирской дивизионной газеты. 2 странички желто-бурой оберточной бумаги. Здесь я впервые прочел о бронепоезде 1469. Помню, было что-то короткое, вместе с тем потрясающе героическое. Актеры и режиссеры МХАТа остро почувствовали необходимость приблизить
репертуар МХАТа к действительности, создать новую современную пьесу. И среди прочих идей создания нового репертуара у них возникла мысль инсценировать мою повесть «Бронепоезд 1469». Сам я, признаться, не очень-то был убежден в возможности осуществления этого спектакля. Поэтому МХАТ усиленно помогал мне. И в сущности, «Бронепоезд» возник благодаря энергии и таланту этого замечательного коллектива. Я читал на опроске своей пьесы Качалову, исполнявшему роль Вершинина, вожака партизан, Хмелеву, игравшему роль Пиклеванова, председателя ревкома, Баталову, исполнявшего роль партизана Васьки Окорока, и Кедрову, который играл роль китайца Синь Бинью. Станиславский руководил общим рисунком пьесы. Судаков с его неукротимой энергией режиссировал. Общественное звучание «Бронепоезда» было большое. Такое большое, что мне не верилось даже. Зрители горячо встречали героев, столь необычных для МХАТа, партизан, рабочих, большевиков-подпольщиков. И я рад вспомнить свое восхищение, когда однажды я узнал, что на одном из спектаклей «Бронепоезда» был Максим Горький, чье имя с гордостью носит театр. Я попрошу сейчас Марию Черняк прочитать короткие воспоминания о Всеволоде Иванове, моего покойного близкого друга, великого русского ученого Владимира Николаевича Топорова. Они во многом были близки, мой отец и мой друг и соавтор Топоров. Вы это услышите сейчас в воспоминаниях. Но я хотел бы вам напомнить, что Топоров в последние годы вернулся к ранним интересам своей юности, когда он хотел постричься в монахи, вполне серьезно, это значит послевоенное время, и издал книгу замечательную о русских святых. Я несколько дней назад разговаривал с Нарштейном, который не мог быть, сейчас он читает лекцию в Лозанне, но он мне сказал по телефону, что из того, что он читал о Всеволоде Иванове, его больше всего потрясло, что в период, когда вот Всеволод Иванов искал духовную Индию, проходил аскезу, было время, когда он ночью выходил в тайгу, какое-то место леса сибирского, и к нему подходили животные, лесные животные. И Нарштейн это так комментировал, сказал, это же мы слышим о святых. Вот я думаю, что было какое-то такое исконное духовное начало, которое объединяло Топорова и Всеволода Иванова, о чем, может быть, Топоров и стесняется здесь сказать, но я хотел бы, чтобы вы это чувствовали. Пожалуйста. Мы благодарны Татьяне Владимировне Цивьян, которая дала нам эти воспоминания, и чтобы они прозвучали на сегодняшнем вечере. Конечно, это фрагменты воспоминания довольно большие. В течение полутора десятилетий до самой смерти Всеволода Вячеславовича я довольно часто видел его как в московской квартире в Лаврушинском переулке, так и на даче в Переделкине, где бывал как друг его сына Вячеслава Всеволодовича, с которым мы вместе учились в университете. Я не могу считать себя полноценным свидетелем, и единственное, на что претендую, быть благодарным свидетелем. Условность и относительность границ человека, по-видимому, предполагает существенность этих же свойств для всей инфраструктуры человеческой жизни. И они, кажется, имеют непосредственное отношение к очень важной и глубоко укорененной особенности Всеволода Вячеславовича. Речь идет о стихии игры, вечным рыцарем, Homo Ludens, который он продолжал оставаться в совсем не игрушечные времена. Конечно, игра в этом контексте не должна пониматься как нечто несерьезное, противопоставленное настоящему делу, как лицемерие, как вид досуга развлечения, но как форма постижения более тонкой и менее детерминированной материи бытия, как признание такой структуры мира и жизни, которая соотносима человеку в особом, нетривиальном плане. Постижение духа игры и как бы персонификация его через самого себя – вот стратегия этого типа человеческого поведения, которому в творчестве сродни нередко оказывается то, что можно назвать фантастическим реализмом. Эта жизненная сила, внутренняя энергия души и ума со стороны могла показаться даже не только избыточной, но и как бы недостаточно централизованной.
Но не мне судить об этом, но ненасытность интеллектуальных интересов Всеволода Вячеславича осуществлялась постоянно и поражала как их разнообразием, так и непосредственностью переживаний. Обед. Все уже за столом. Входит Всеволод Вячеславич, вид победительный и торжествующих. В руке камешек или ветка, но уста готовы рассказ о том, чем они замечательны. Можно подумать, что они не с берега Сетуни или не соседнего леса, а по меньшей мере из дебри Амазонской дельты. Вспоминается его рассказ об удивительном морском чудовище, которое ему удалось когда-то видеть в Коктебеле. Опубликованная в газете сенсационная заметка об реликтах фауны в современном мире сразу же поблекла. Гордость, даже воинственная, охватывала Всеволода Вячеславича иногда, когда он рассказывал о поездке в Забалкалье, о его природе. Но такой же личный интерес был и к литературе, к искусству, к философии. Вот другое воспоминание. Всеволод Вячеславович показывает статуэтки Будд почти без слов, довольно улыбается, лицо светится и начинает напоминать изображение Будды. А когда он подходит к коллекции лубков, то кажется, что он сродни лубочным героям. Но особенно запомнилось отношение Всеволода Вячеславича к Востоку. Восток, и притом довольно разнообразный, был для него своим, полученным по наследству от отца и самостоятельно узнанным, прочувствованным и пережитым. Слушая Всеволода Вячеславича, иногда казалось, что принадлежность к Востоку сама по себе означала принадлежность к чему-то безусловно положительному. Тяга к Индии, каковы бы ни были ее истоки, обнаруживает во Всеволоде Вячеславиче глубинный пласт переживаний. Ну и вообще, Всеволод Вячеславич, по моему опыту, говорил мало, был неизменно приветлив, внимателен. Природная деликатность определяла его поведение за столом. В общей беседе он представлял инициативу и преимущество другим. Нередко участие в беседе поддерживалось почти нулевыми средствами – мимикой, улыбкой, удивлением, кивком головы, пожатием плеч, иногда лишь краткой репликой, скорее даже просто побудительно приглашающего, ободряющего характера. И поэтому над очевидной ценностью и данностью московского гостеприимного, хлебосольного, интеллигентного и очень разнообразного по своим интересам дома обозначалась иная атмосфера, не московская, не петербургская, не провинциальная, но совершенно особая, и Всеволод Вячеславич был ее движущим духом. И дух этот делал свое дело, и делал почти незримо. И только по лицу, которое я вспоминала чаще всего светящимся доброжелательством и активной вовлеченностью в происходящее, можно было судить об этой положительно-синтетической деятельности духа. И вообще, мне кажется, направленность духа была всегда именно к соединению, сплочению, восхождению, а не к разъединению, сдерганию покровов и поиску собеседника или оппонента низких мотивов. Как противопоставление столичное и провинциальное было несущественным в случае Всеволода Вячеславича, поскольку он был шире его, так и противопоставление интеллигентный, простой легко снималось, как слово «культура». И реально, и этимологически отсылает к двум полюсам – обработка земли, вспахивание, взращивание плодов и культура как духовная обработка и воспитание. Исследователь обнаруживает не на глубине единый корень – и крестьянина, и поэта. Также и Всеволод Вячеславич обнаруживал в себе две стихии, два полюса, которые не спорили между собой, не противоречили друг другу, но были поистине единосущны. Поскольку опять зашла речь о воспоминаниях, я позволю себе опять вернуться к своей стихотворной манере и прочитать вам, как и то, что я читал в начале, и чем я хочу кончить вечер, это стихи, запись чего-то для меня реального, так что я их сам не воспринимаю как стихи. Эти именно я даже никому, по-моему, до сегодняшнего дня и не читал. Но это написано тоже ближе к времени смерти отца. «В окно ворвался ветер предчувствием конца, страшней всего на свете смерть моего отца. Недоля, кривда, лихо, больницы, стыд и срам. Он говорит мне тихо, мне хорошо, а вам? Через десятилетия отца мне светит свет, а я один на свете, его совета нет».
сейчас мы послушаем очень короткое высказывание Сергея Слонимского. Я вам напоминаю, что это не только замечательный композитор, которого многие из нас знают и ценят, но и сын одного из Серапионов. Он очень верен наследию Серапионов. Он издал прекрасную книгу со своим предисловием, подробной статьей о Льве Лунце, теоретике Серапионов, которого очень любил мой отец. Лунц раньше всех умер, совсем молодым ушел. Сергей Слонимский обозревает в более пространном тексте, из которого мы приведем только отрывок, он обозревает, что мы сейчас можем сказать о каждом из Серапионов. Мы послушаем то, что он говорит о моем отце, а потом послушаем самого Слонимского как композитора, причем композитора, который пишет и на те дальневосточные и восточные темы, которые так важны для Иванова, о чем мы только что слышали. Что касается Всеволода Иванова, то я у него в семье жил целую неделю в Москве, когда у нас была какая-то эпидемия. Вот. Я помню, что это был изумительный, вдохновенный оратор, который в годы войны, он, значит, за географической картой, он, так сказать, фантазировал какие-то невероятные планы военных действий, которые перекроили бы всю карту Европы.
Я хочу сказать то, что надо было бы сказать раньше, но мне не хотелось прерывать все, что связано со Слонимским. Мы слушали, и я надеюсь, еще до конца вечера, ближе к концу, послушаем фортепианный квинтет, лауреат международных конкурсов в составе Натальи Игумновой, Натаира Хасанбеева, Михаила Ковалькова, Анны Кандауровой и Игоря Нечаева. Сейчас рассказ Всеволода Иванова из самых ранних, вот недавно возобновленных, так сказать, нашей памяти, читает актер театра имени Вахтангова Эльдар Трамов. Но я должен сказать и признаться, что я такая скромная, незначительная компенсация отсутствующего сегодня своего педагога, наставника по театру, всем вам хорошо известной Аллы Сергеевны Демидовой. Она не могла быть сегодня по известным причинам, но мы с ней сумели подготовить замечательный рассказ, который сейчас и прозвучит. Итак, Всеволод Иванов, защитник и подсудимый. Окружной суд заседал. Обвинялся Матвей Миронов из деревни Студенной, ободранной волости, в том, что застрелил лошадь соседа своего Дмитрия Анисимова. Стояла невыносимая жара. Из окон судебного зала видны были сырые стены соседних домов. Публики не было, кроме двух свидетелей крестьян, неподвижно сидевших и слушавших с разинутым ртом. Говорил пузатый адвокат с большой лысиной в поношенном платье. Он впивался глазами в председателей, от времени до времени вынимал руки из карманов и указывал на обвинителя. Он говорил с необыкновенным жаром, так как хотел всех оглушить и удивить. Но его голос, глухой, резкий, казалось, выходил из заржавленной трубы. Он взывал, он хрипел, он кричал во всю мощь, указывая на небо, закатывая глаза кверху, и после каждой фразы гордо выпрямлялся во весь свой рост, самодовольно потирая руки. Но на апатичных и невозмутимых судей видны были только терпение и равнодушие, не обещавший никакой надежды. Мысли председателя летали вдалеке. Один из судей рисовал лошадок, другой, имевший музыкальное образование, писал несколько нот и, делая вид, что прислушивается к речи, обводил их карандашом. Обвиняемый Матвей Миронов, небольшого роста, светло-русый крестьянин, сидел на своей скамье и, ничего не понимая в речи своего защитника, наблюдал за большой черной мухой, которая громко жужжала и билась у окна. Когда адвокат замолчал, чтобы перевести дух, Матвей повернулся к судебному служителю и громко сказал: «Слышь, брось муху-то за окошко, надоело, паскуда». Судьи с насмешкой, жалостью взглянули на него. Председатель позвонил и громким голосом обратился к обвиняемому: «Матвей Миронов, вы должны понять, что ваше положение обвиняемого незавидное. Приличие требует, чтобы вы молчали», — сказал Матвей, указывая на окно. «Улетела уже она».
Судьи опять усмехнулись. Адвокат строго посмотрел на своего клиента и продолжал. Ужас! Ужасно! Жизнь его висела на волоске. Перед ним стояло чудовище, страшное, уродливое чудовище, готовое проглотить его. В своем испуге, вполне понятном, господа, мой клиент почти потерял сознание, он дрожал от страха, не знал больше, где он находится, и не осознавал, что с ним творится. Он схватился за ружье и выстрелил. Чудовище упало, затем побежало в поле, наткнулась на сено и там же околела. Но я вас спрашиваю, господа, чем виноват этот несчастный человек, что чудовище оказалось лошадью некоего Дмитрия Анисимова? Лошадь, скорее, какая-то кляча, за которую 10 рублей не стоит дать. Но где же тут преступление? Где? Адвокат взором победителя посмотрел вокруг себя, вытер вспотевший лоб и, улыбаясь, уселся около своего клиента. Судьи о чем-то зашептались. Председатель позвонил и позвал. Обвиняемый Матвей Миронов здесь. По-военному ответил Матвей, спокойно встал. Что можете сказать об этом деле? Кто? Я? Ты? Ты ведь я с тобой говорю. Я... Видишь, оно, конечно, так и есть. Да? А что так и есть? Чё, да лошадь-то, громко сказал Матвей. Скачет она ко мне в огород. 1000 раз говорил я Митрию, запри свою лошадь. Сожрут волки-то ее. Опять и убыток мне. Огород топчет, чертова скотина. Как только с ним стемнеет, на, через плетень, держи стерву. Разорила она меня, ваше благородие, разорила. Матвей отер пот грязным рукавом рубахи и продолжал. Не жалко мне травы. Тыквы жалко. Тыква там росла. Здоровенная. Во какая. Ну, терпел я, терпел. А потом уж и говорю себе, постой, я тебе покажу, как топтать тыкву. Ну, зарядил я ружье, жду, поздно уже было, хотел спать идти. Акимыч на колокольне в часы бить перестал, уснул, значит. Так на тебе, несется, ваше благородие. Вы как думаете, видно, этот проклятый дьявол работы не имел? Ну, а потом, спросил председатель. Потом? Че потом-то? Поднял я ружье. Повалился конь. Потом с женой сволокли лошадь-то за деревню. Зарыли мы ее там, в сене. Скрыть, чтобы ее лошадь-то. Адвокат слышал, как клиент откровенно рассказывал о своем поступке. И свел на нет и его собственную версию. Он дрожал от злости. Потом он пытался взглядами заставить его замолчать. Но, очевидно, Матвей совсем забыл о своем защитнике. Он смотрел только на председателя. «Ну, а по-твоему, сколько стоит эта лошадь?» – спрашивает судья. «Лошаденка-то славно, ваше благородие, 2 сотни потянет», ответил Матвей. Адвокат бросил бумаги на стол и выбежал. Суд отправился совещаться, а защитник позвал Матвея к себе в коридор и, дрожа от злости, крикнул ему: «Животное ты! Не хотел, если врать, так для чего ж ты взял защитника?» Сейчас мы послушаем Шостаковича в исполнении того же фортепианного квинтета, состав которого я перечислил. Я хотел бы сказать 2 слова, почему выбран именно Шостакович. Вы знаете, в 1936 году, вскоре после того, как Шостаковича начали терзать за Катерину Измайлову, а отца моего в этой же кампании против формализма преследовали за
первые три части похождений факира, о которых я говорил, и не дали ему продолжить это. В это время у отца и Шостаковича возникла идея, что они вместе будут работать над оперой. Шостакович предложил, чтобы опера была на темы вещей отца вокруг гражданской войны. И они выбрали тему новую, которую до этого Иванов не затрагивал. Но на беду Шостакович приезжал к нам Переделкино на дачу, где жили мои родители, и они уже обсудили, как будут работать, и какой-то план этой работы. Это записано, в частности, в дневниках Павла Александровича Маркова, который следил за всем, что интересного делалось в театре. Но на беду они выбрали в качестве героев тех знаменитых людей гражданской войны, которые в этот момент были арестованы. И работа остановилась, просто было невозможно продолжать дальше. Так что Шостакович не только композитор, который много значил для Иванова, но и один из тех, с кем начиналась работа, но не кончилась. Сейчас мы послушаем. Thank you.
поблагодарив за замечательное исполнение. Я хотел бы приблизиться уже к концу нашего вечера. Спасибо вам большое всем за то, что вы пришли. И спасибо еще раз нашим организаторам, здесь сидящим, за то, как они нам помогли. Я хочу в конце прочитать еще одно стихотворение. Оно не столько стихи, сколько просто запись разговоров с отцом, а, соответственно, его рассказов о видениях, даже удивительных, как ему являлся Бодхисаттва, воплощение Будды. Это все записано после того, как я каждый день к нему приходил в больницу на Рублевском шоссе, где он умирал и умер вот 50 лет назад. Я тоже здесь упоминаю кое-что из того, что есть в его ранних автобиографических вещах, в частности, в тех же похождениях факира. Он рассказывает, что он был очень увлечен Эдгаром По. Он сам считал, что он в русской литературе, скорее всего, прежде всего, именно продолжатель фантастического в Эдгаре По. Вы знаете, что это линия, восходящая к Достоевскому в России, поскольку Достоевский очень ценил По и его напечатал в своем журнале со своим предисловием. Особенно отец любил в юности прозу Эдгара По об Артуре Гордоне Пиме и сам себя называл бедный Артур Гордон Пим, несчастный Артур Гордон Пим. Я упоминаю и тот рассказ в похождениях факира о зверях, которые в лесу к нему выходили, то, что я вам уже рассказывал. А все остальное – это запись впечатления о его последних днях. «Не спится мне, а засыпаю, снится такой же сон, которым бредил ты, когда плыла Рублевская больница непроходимым морем темноты, и годы странствия проплывали мимо, и на тебя глядели из зеркал глаза несчастного Артура Пима, как ты себя когда-то называл, и звери выходили на поляны, где ты прислушивался к росту трав, а в Индии кричали обезьяны за сотни верст, паломника узнав. Ты разговариваешь с Бодхисаттвой, и взгляд твой видит в сумраке его твои поля с неконченной жатвой. Благословляет это божество. Приходит он к тебе высотным зданием и говорит о славе и судьбе. Быть может, жизнь была его заданием, как в детстве раннем сказано тебе. Но август застилает черной тучи к тебе спускающийся небосвод, больницы этот спящий дом плавучий, как пароход тебя от нас несет. Всю ночь мне чудилось, я умираю, а это значит, умираешь ты, к какому неизведанному краю тебя уносит море темноты. Последнее из путешествий явью оказывается, хоть это сон, навет, обман, и как мне силу навью заклясть словами, чтоб ты был спасен. Но солнце-то еще не закатилось, и как на вахте не сдается дух, все время возвращают Наутилус, как капитан ты произносишь вслух. Река с ее водою неживою, палаты, погребальная ладья, переплывет один, сейчас нас двое, и в сумраке больничном ты да я. Но здесь опять стираются границы, нет смерти, нет гробницы и плиты. Не спится мне, а засыпаю, снится такой же сон, которым бредил ты.
Спасибо. Мы на этом кончаем. Спасибо.